Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardReset.info. Перед нами устройство Samsung Galaxy A10. И в этом видеоролике мы вам покажем, как сделать скриншот на данном устройстве, как им поделиться, как его отредактировать и как работать со скриншотами. Давайте сперва сделаем наш скриншот. Делается все очень просто. Мы нажимаем одновременно на кнопку питания и на кнопку уменьшения громкости где-то на секунду. Нажали и сразу отпустили, не задерживаем эти кнопки. У нас экран будто загорается на секунду и будто бы сделалась фотография экрана. Где же теперь найти эту фотографию? Фотографии экрана находятся в галерее, поэтому мы заходим в галерею, выбираем пункт альбомы, скриншот, после чего мы видим все скриншоты, которые мы когда-либо делали на нашем устройстве. Мы здесь можем, во-первых, лайкнуть их. Во-вторых, мы можем отредактировать наш скриншот. Мы можем его здесь повернуть, отзеркалить, обрезать, как захотим. Мы можем накинуть на него какой-то фильтр, настроить разные настройки по типу экспозиции, контраста и так дальше вручную. Накинуть какие-то смайлики и эмоджи на скриншот. Нарисовать что-то на нем. А также написать какой-то текст, какой только захотите. К примеру, вот так вот напишу. Где здесь знак восклицания? Хороший вопрос. Можно его найти так, я знаю. Поэтому я сделаю все вот таким вот образом. Нажимаем «Сохранить». Мы отредактировали наш скриншот. Теперь мы можем его кому-то отправить. Как же этот скриншот кому-то выслать? Для этого мы нажимаем на третий пункт по счету. Выбираем, с помощью чего мы кому-то его вышлем. К примеру, с помощью, не знаю, что угодно. Вы здесь выбираете любую соцсеть для вас. Я, к примеру, выберу почту. Вписываем кому, вписываем текст, а наш файл автоматически сам по себе прикрепляется. На этом будем заканчивать. Больше видосов о данном устройстве, такие как топ-фишек этого телефона, тесты камеры, тесты производительности, найдете у нас на канале, так что обязательно заходите, подписывайтесь, ставьте лайки и всего хорошего. Пока!